рубрику представляет компания «Синегория». Нижнетагильский клуб туристов «Азимут» организовал для жителей Нижнего Тагила большую прогулку. За основу спортивного праздника взяли майскую прогулку, которая уже много лет проходит в Екатеринбурге и пользуется огромной популярностью у жителей Свердловской области. Теперь в Нижнем Тагиле будет своя прогулка. На первую вышли 79 человек. Это жители Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Новоуральска и Кировграда. Самому юному участнику Лёше Назарову, который вместе с родителями прошел 12 километров, всего 3 года. Тагильские гимнастки заняли второе место на первенстве УРФО. В Челябинске завершилось первенство Уральского федерального округа по спортивной гимнастике, на которой наши спортсменки из дюшор номер 1, проиграв 10 баллов хозяйкам соревнований, заняли второе место. По итогам первенства воспитанницы Нижнетагильской школы Олимпийского резерва Мария Сустретова и Елена Алексенко в середине ноября поедут в Брянск на первенство России среди спортивных школ. Александр Сальников, Егор Егошин, новости спорта, Тагил ТВ. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Синегория», и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Синегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 401207.